покупали в магазинах арбузы и канталупы. Жарили семечки, щелкали их, кидали их вниз с трубы. Не знаменитая бабушка лидера незнаменитой группы оказалась неважной предсказательницей судьбы. В общем, мало что изменилось. Полутени и полутрубы, полумеры и полуслимеры, полуложь, полуклад, полулесть. Знаменитая горничная лидера незнаменитой группы оказалась поблизости, сжалилась и приготовила нам поесть. И день как-то медленно вширился и пошел крутить кулакубы. По-человечески очень понятно, кто ж добровольно поедет в перц. Знаменитая змейка ручная лидера не знаменитой группы заползала в отверстие тела и приближала смерть. Общение наружу и разговоров.
на небеса. Не все ходы записаны, растыпанными мыслями, мозаикой изысканной, в расширенных зрачках все шиворот на выворот. И выворот на шиворот, лихой перья под выборы, прорывы на фронтах, сверкают рецидивами неоны нервных импульсов, мешуйцей и десницей, обрубок на плечах, эти края лишние, по каплям экстрагировать, холодный вход и символом, обычные слова, но стоя сформулировать. То бабы старомыслами, то масло молча, а строчки бьют копытами и встряхивают гривами, распахивая гривелем заметки на полях и чистыми страницами.